Йоу, путешественник, я так рад! Так рад, аж яйца гудят! Да? Стрёмно. О твоих геройствах наши земли наслышаны! Ты о чем? Когда я услышал о твоих достижениях, я знал, ты и нам поможешь. Так я же всего это помог чесноку найти его овец, потом кальянчик на чесночке задули. Но теперь ты здесь, и все мы спасены! Этот квест для настоящего избранного героя. Для того, чье имя навеки в древних свитках. Слушай, я, наверное, вы меня, наверное, перепутали с кем-то. Ну, то есть, смотри, на мне лохмоть, а босса новцами, и у меня деревянный меч. Что насчет этого перца? Ты посмотри на него, я не гомик, даже у меня привстало, да? Снаряга, меч, хуйта какая-то голубая. Прям из руки. Нет, нам нужен только такой герой, как ты. Этот квест позволит раскрыться всем твоим навыкам. Ты выйдешь из зоны комфорта и узнаешь свои лимиты. Там опасность и смерть за каждым углом, скорее всего, ты сдохнешь. Я как бы точно не хочу выполнять такой квест. Если честно, меня изначально смутило, что у тебя яйца гудят, погодь. Эй, бро, извини, могу обратиться? Здоров. Да. Послушай, мэр вон там, он мне пытается какой-то безумный квест впарить. Понимаешь, мне кажется, такой квест тебе больше подойдет. Да неужели? Да-да-да, только ты подходи поосторожнее, не угуди там что-то, а ну окей. Говорят, у тебя есть квест для меня? Эй, путешественник, я так рад! Мне нужно, чтобы ты отправился на пляж и там... собрал 10 ракушек. Как смеешь ты тратить мое время этой нубской чухнёй? Хуяк отклонить! Нет! Извини. А ну что, ты готов, путешественник? Вроде как ты сказал, что этот квест опасен, и я сдохну. Ты сдохнешь? Нет, это ж просто приятная прогулка по пляжу. Да, но острые края ракушек могут поцарапать и да заражение. Да о чем ты говоришь вообще? Это же просто собирать ракушечки. Это ж не сражение с драконом. Нет, это не просто собирать ракушечки. Кожа на твоих руках такая нежная. Я боюсь, ты можешь поцарапаться. Я понял, гудит опять. Ну, тогда спускайся вниз к пляжу на камни. Камни, кстати, намокли от волн. Ты можешь поскользнуться и упасть. Заебал. Ну, там еще опасные крабы. Крабы хуярят не по-детски своими клешнями. Своими этими клешнями, они яйки тебе чик-чик, и будет тебе бубо. И без яек потомство-то тебе уже, ну, не... Ладно, хер с тобой. Просто принеси ракушки. Это сувениры для туристов. Ну, вот, так бы и сразу. Чё ты выдумываешь какую-то опасность? Ну, извини меня, что хотел добавить интриги в скучный квест. Эй, я ж просто говорю... Как я посмел попробовать сделать говняный квест немножко менее говняным? Ужас. Теперь не квест получится, а унылое говно. Да я ж не это имел в виду. Просто иди на пляж, принеси мне 10 ракушек и дам тебе 20 золотых. Так лучше? Ну? Да? Пиздуй давай. Давай. Я ж не хотел. Да, никого же не бьет. Мне стыдно. Нет, насрать уже, вали. И не забудь по пути у ребенка конфетку отобрать. Извини. Да в жопу себе засунь, вали. Сраный путешественник. Эй, путешественник, я так рад! Спасибо за просмотр. А вот что писали под прошлым видео. Теперь у них стартует квест «Найти тело чесночника». А вот это уже звучит устрашающе. Чеснок, как ты там? До встречи в следующем видео.